Пожар в Москве. Ночью загорелся швейный цех. Погибли 9 взрослых и 3 детей. По некоторым данным, все они выходцы из Средней Азии. Следователям предстоит установить, что несовершеннолетние делали на производстве. В тушении пожара принимали участие 27 расчетов спецтехники. Не исключено, что причиной возгорания мог стать умышленный поджог. На месте ЧП были обнаружены 2 очага возгорания. На первом этаже здания хранилась пиротехника, что и способствовало распространению огня.